Друзья, всем большой привет! Сегодня 17 мая 2024 года, и у нашего друга Харальда Фистерер 70-летие. Я бегу. Вчера мы поехали с Синой искать цветы. Она купила большой букет цветов, вазу, и привезла подарок. Какой подарок, попозже я расскажу. Для Харальда. А я поехал, тоже купил подарок. И тоже покажу, какой подарок купил. Сейчас бегу в машине, в багажнике забирать подарок. Встречаю Инну с подарками, с цветами. И мы идем поздравлять нашего друга Харальда. Ему 70 лет. Я рассказывал, что Харальд в молодости был фотомоделью. Долго работал в Италии, в Австрии. А позже он 36 лет проработал архитектором в городе Вена. И сегодня мы с удовольствием поздравим. Вот уже Инна сидит, смотрю, ждет меня. Вот Инна на скамеечке сидит с букетом красивых цветов. Инуль, я сейчас иду забираю подарок. Вот Инна. Мы уже с утра показали Харальду видео. Большое спасибо, он очень доволен. Как настроение? Хорошее? Или немножко хорошее? Хорошее. Все, вот такой шикарный букет с цветами. Здесь Фелиц. Ну, это поздравление по этому, по-испански сделано. Вот такой флорист сделал красивый, собрал букет. И вот такая шикарная испанская ваза. Вот, сейчас мы идем. Сейчас я бегу. О, мини-кроткий крот. Ту. Проходи, Инна. Я, danke dir. Du, ich rühre mich doch bei deinem Geburtstag noch, gell? Ja, danke dir. Ciao, servus, liebe Grüße an deinen Mann von Sascha auch, gell? Ciao, ciao, servus. Ah, du meine Liebe. Danke dir. Happy birthday. Danke. Oh. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Саша, happy birthday to you. С днем рождения. Днем рождения. О, мои любимые. Thank you. Все, сейчас завтрак. Завтрак. Вот Инна привезла подарок Харальду. Oh, и Харальд открывает. На, das ist weg. На, на, das ist schieben. Schieben, ja. Bitte. So. So. Архитектор. О, очень штук. Вот какая ручка. Thank you, dear. Довольный архитектору ручка от Инны. Она покупала в Израиле. Это Израиль. Израиль. Ну что, в день рождения Харальда у нас такой легкий завтрак. У нас такой нагрилен хлеб с колбаской, с сыром, кетчуп, майонез. Иночка сидит возле букета цветов, прямо подаренная Харальду на 70 лет. У нас сегодня такая немножко пасмурная погода, но солнышко сейчас все развеется и будет все прекрасно. Нам приятного аппетита, и мы сейчас начинаем завтракать. Вот Харальд. 70 Пурш. Пурш. Es gibt jetzt dann bald Pflegegeld, Sascha. Вот Иночка сидит, да. Hat Ausbildung für Kranken, Ina wird die Krankenpflegerin. Вот. Ну что, мы завтракаем, вкусный завтрак у нас такой легенький, а вечером мы едем в ресторан, Брунелли ресторан будет у нас, так что поедем. Так, сейчас мы выпьем бананового ликера такой, он не сладкий, он не приторно-сладкий, вкусный очень. Инна покупала, а где мы покупали его? Где это дерево росло, как? А, все.
В Икоде покупали, точно. Приехали в Эльдрага посмотреть, и вот купила Ирина вот такой вот ликер вкусный. Очень вкусный ликер домашний, домашнего приготовления. Ну вот фотограф делает сильной с попугая, с попугаями, да. Но я видео сум YouTube канал. Сум YouTube канал. И вот фотограф, мой друг хороший, да. Вот. Вот фотографирует. Видео. Друзья, мы приехали, нас Харальд пригласил в ресторан Брунелли, как я и говорил. И сейчас идем в этот ресторан. Я вот сзади машину парканул. Идем в ресторан. Этот ресторан находится возле, напротив Лара Парка. Харальд Инна и я следуем в ресторан. А здесь вот Лара Парк уже. Здесь кольцевая. Кольцо по кругу. Хвалили очень ресторан с хорошим меню. Вот напротив ресторана Лара Парка мы дальше идем. Инна и Харальд. Вот напротив, это огромная территория Лора Парка. Люди, когда приезжают на Тенерифе, даже с юга, едут, чтобы посмотреть этот Лора Парк огромный. Тут же и представление касаток, и дельфинов проходит. Очень интересное место. Один раз рекомендую побывать. Детям особенно интересно. Погодка очень хорошая, сегодня было и тучки были, и солнышко было. Ну, как всегда, здесь она меняется, может в течение получаса поменяться с 10-бальной облачности, буквально безоблачное небо. Вот такая погода на Тенерифе. И круглый год здесь, такая цветущая весна, остров весны, остров Тенерифе, а мы находимся в городе Пуэрто-де-Ла-Крус. Именинник 70-летний Пурш. Вот такие красивые цветы. Это по всему острову, причем они в разных соцветиях есть. Брунеллис. Я тоже думал, что это итальянский, это американский стейкхаус. Гесперт? 19 Uhr. 19 Uhr? А я был немного спатирован. Кайн проблем. 19 Uhr. Йо. Ну что, Мишелин 2023 und 2020, Restaurant 2022, рекомендато, рекомендуемый ресторан, видите, какой он. И здесь вот такой вот менюшечка и цены, прайсы. Вот. Вот такие прайсы здесь. Так, а здесь это Пунта Браво начинается. Мы ходили, гуляли. Пицца Браво, Пунта Браво и колоколит церковь. Вот это вот современная церковь там, она колоколит. Зайдем в церковь. Здесь рядом с Пунта Браво есть такая церковь. Сейчас зайдем, она открыта. Люди сидят в кафешечке, пьют пиво, веселятся. Здесь такой киндергартен небольшой. И мы заходим в эту церковь. Она такая, очень зал большой такой, просторный в этой церкви. Такой модерн прямо. Вот. Вот такая церковь. Ну что, попросим здоровья Харальду и долгих лет жизни. Мы в Пуэрто-де-Ла-Крус рядом с Пунта Браво.
Харальду здоровья, долгих лет жизни попросили. Зашли мы в эту деревушку Пунта-Брава и ищем, где перед нашим походом ресторанчик Брунеллис выпить пиво. Там женщина такая пожилая сидит. Уютный рыбацкий, можно сказать, рыбацкая деревня Пунта-Брава. Пуэрто Нест Хостел. Здесь хостел. Вот. Вот такой хостел. Пунта-Брава, рыбацкая. Как красиво, балкончик сделан. Деревянный балкончик выкрашенный. А здесь вот такие балкончики. Старая рыбацкая деревня Пунта-Брава. Ну что, зашли мы возле церкви в такое небольшое кафешку выпить пиво, потому что нам еще ждать. Мы не знали, что в 19:00 открывается Брунелли, и потом пойдем дальше праздновать Брунелли. Пока сидим, пьем, наслаждаемся пивом. Испанское пиво пьем. Что это такое? Это в церковь, что ли, везут? И там женщина за рулем прямо. Смотрите. Женщина за рулем. Чудеса. Кирки какая-то, постамин. Что, мы подошли к ресторанчику. Тут остается пару минуток, и мы будем заходить. Очень хороший ресторан. С видом, оказывается, панорама на океан. Ну вот, открыли ресторанчик, и мы заходим в этот ресторанчик. Брунелли. Название чисто такое итальянское. Посмотрите, как красиво здесь оформлено все. Супер. Посмотрите. Красота какая. Брунелли, стейки, шампань. Йо-йо-йо, спас. Вот такой ресторанчик. Видите, тут раздел, где идет быка-коровы. И здесь такие светильнички. Ну, шикарно. Очень роскошно. Классно. Такие бычки. Здорово. Здорово, мне очень нравится. И вид прямо идет. Вот. Разные бычки. Здесь такой прямо. И посмотрите, какой вид на океан. Вид на океан просто потрясающий. Скин. Супер. Брунелли Стейкхаус. Ресторан. Вот, волнуется океан. Вот наш именинник стоит, которому 70 лет исполнилось. И здесь тоже такой бычок.
полностью. Und ein bisschen Gemüse. Ja, dann das kommt dazu, ja. Okay. Aber ich will ein Kompliment machen für die Ausstattung des Lokals. Wir sind das erste Mal hier, leben zwar in Puerto und im Winter teilweise jetzt. Aber Kompliment an der Ausstattung. Фирменное вино их, Брунелли. Wenn Sie uns bitte, haben Sie die Visitenkarte oder die Karte? Nur eine Karte mit Telefonnummer. Ja, hier kommen wir mit. Visitkarte, ja. Ja, weil dann werden wir bestellen, das ist... Die Pinelli ist Medium. Wollt ihr durch Medium? Ja, Medium. Mittel. Ja. Dreimal Medium. Dreimal. Da können Sie ein bisschen Soße. Ein bisschen Soße. Auch dreimal Soße, ja. Oder? Oder zweimal Pfeffersoße? Ja. Nicht sehr scharf. Nein. Ja. Danke. Alles Gute zum Geburtstag. Danke vielmals. Danke. Такой, знаешь, насыщенный аромат, да? Да. Ну что, а здесь стена такая. Люди, которые побывали. Панорама такая, свежий воздух, так открывается, оказывается, как на балкон-то входить, вот он балкончик, Брунеллис, вот заходит под пол, надо же, как не думать. Океан такой слегка штормящий. И вот оно, он забрало. Он забрало рыбацкий поселок, рыбацкая деревня. Что нам? Мясо принесли очень вкусно.
сейчас будем приступать к трапезе. Все. Все. Соус. Гутный аппетит. А, пруст быстрый. Фоне пруст. Пруст. Алис гуте сум гибута. Обалденно вкусное мяско, медиум, видите, да? Немножко с кровью, очень вкусно. И соус, перчик притомленный такой. Обыкновенный человек, спокойный, воспитанный, интеллигентный, но аристократ. Да. С тобой рядом вот чувствуешь себя тоже необыкновенным человеком. Ну что, смотрим фотографии, очень прекрасный вечер, очень уютный ресторан, ну вообще супер-супер. Очень вкусная еда, мясо приготовлено медиум, очень все, суперски просто. That's your fault. Все, вечер удался, ребятки. Вообще, надо же, как приятно. Супер. Все, возвращаемся домой. И решил заснять вам еще напоследок такую красоту. Haraldina. Идем, отметили праздник 70 лет Haralda. This hotel or house? Nice house, also apartment. Es auf Sascha Stufe und Lux. Ja. Ну, такие красоты нашего острова Тенерифа, города Пуэрто де ла Крус. Уже поздно. Темнеет. Все, и там вдалеке океан. Атлантический океан, который омывает остров Тенерифа, Канарские острова. Апартмент Касабланка. Все, уже вечереет, вечереет. И вот внизу Меркадона, здесь Сан-Филиппе, и там дальше наши апартаменты и океан. Друзья, поужинали в ресторане, вообще потрясающая обстановка. Вот эта панорама открытия стекла и с видом на океан, это просто что-то с чем-то. У Haralda очень хороший вкус. И обязательно посетите вот этот ресторан Брунелли, который имеет несколько мишленовских звезд. Очень вкусно. Потрясающе. Вот Иночка выходит. Иночка не даст соврать. И на свое мнение. Супа. Супа, супа. Да, одним словом, зегу. Он супа. Данки, данки, данки. Хойте йо. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Дорогие друзья, всем пока-пока, оставайтесь все живы и здоровы, и приходите на мой канал, подписывайтесь, не забывайте ставить лайки, кому понравится. Всем пока-пока.